стандартным составом. Это, возможно, и ключевая проблема «Динамо» и почему-то команду в последнее время штормит, потому как игроки не чувствуют возможности, что они будут играть в основе. Прострелы, Бакич должен был там находиться, но вместо него пробил защитник центральный и ударил выше ворот. Так же будет. Но опять же, еще не решено с центральными защитниками. Сачивка и Сергей Полисевич также выглядят, в моем понимании, приоритетнее. Удар поворотом от Бакича, и слишком высоко он мяч задрал. Ну, уже неплохо, хорошая атака, которая завершилась ударом. И точно отдает на Швецова. Швецов тут же забрасывает. Джозеф, у него потрясающая скорость против Сидора. Он один в один играет и обыгрывает Сидора. Прострел и удар поворотом, перекладина. Рылач, удары. Минская «Динамо» выходит вперед. Видите, только покритиковал я Рылыча, и тут же он забивает. 1-0. Минская «Динамо» выходит вперед. По идее, должен был Бакич забивать первым касанием, но вместо него это сделал 77-й номер Рылыч. Абдул. Направо. Диагональ. Бакич. Джозеф. Джозеф бьет. И очень таким не сильным, студенческим удар получился. Ну и Калинин, если честно, очень неплохо провел он первый тайм. Пас на Бакича. Бакич уходит еще левее. Бьет по воротам. И какой красивый гол забивает 9-й номер. Голевая передача от Калинина. И... ну, если не шедевр, то очень близко к этому. Исполнение на очень высоком уровне. И сразу от двух защитников он ушел и пробил. Это время. У нас еще играть и играть. 40 минут времени. Подача от Нафтана. Удар и штанга спасает ворота Лопоухова. Если по внешности, то Плотников. Заброс на Морозова. Морозов бьется. Хороший, конечно, парень. Он очень мощный. Да, там лучше не приближаться к бегуну. Макса травмы сломали. Да, про это и говорю, что действительно тот сезон, который он выдал в воротах Минского «Динамо», это было, конечно, супер, огонь. Хващинский первый на мяче пробрасывает. Владимир, пустые ворота. Хващинский догоняет лучшего бомбардира команды Морозова. По 6 мячей у них при сезонке. И давайте послушаем, как его поддерживают. Эх, жаль, не успел. Но все кричали: «Вова!» Это... и смотрите, Юрий Путов недовольный. Сейчас как? Да, судья. Юрий Иосифович, не заводитесь. Ругает он игрока за эту обрезку, за то, что тот не подумал. Хорошо, если гол не засчитали, то почему? Может, вы мне объясните в комментариях. Туэт, и здорово играет полузащитник. Морозов пробросил на Хващинского. Хорошо, связка работает. И сегодня Владимир вот действительно напоминает себя прошлого года. Владимир Хващинский. Прострел, Морозов немного не успевает, но подбор будет за бело-голубыми. Рылач, подача на дальнюю, даже нет, в центр. И снова подбирает Минская «Динамо». Удар от Холодова. Хорошо приложился. Владислав сыграл на соперника. Максим Швецов тянет мяч долго. Снова на Хващинского, который сегодня в потрясающей форме вышел на поле. Снова в центр на Антона Путила. И в одно касание. Хорош Швецов. Но второй свой гол в карьере за Минское «Динамо» он так и не забил. Пас налево, но там Холодов. Хорош. Сам же Холодов встречает полузащитника. Неплохой удар со свалом. И рядом с девяткой мяч пролетает. После этого вообще Нафтан забивал? Возможно, и нет. Нафтан. Нафтан. Удар поворотом Лопоухов. И, конечно, претензии предъявляют болельщики к эпизоду с падением Антона Путила. Владимир Хващинский открывает Морозов. Посмотрите, как Морозов открывается. Здорово бежит Морозов. И отдает пас Хващинскому. И сходу Владимир бьет. Но вратарь падает и... не дает мячу оказаться в сетке. Правда, удара Владимира тоже не получилось.